80 лет назад, 28 декабря 1936 года, не стало Нестора Лакоба, выдающейся национальной и государственной личности, крупнейшей общественно-политической фигуры в истории Абхазии 20 века. С утра в Сухумском ботаническом саду памятника Нестору Аполлоновичу стали собираться люди. Именно здесь 80 лет назад было его первое захоронение. Почтить память Нестора Лакоба сюда пришел президент Рауль Хаджимба. Значение личности Нестора Аполлоновича в истории Абхазии невозможно переоценить. Настоящий лидер народа, человек, который жил его чаяниями, защищал каждого, как мог. Нестора Лакоба искренне и глубоко любили в Абхазии. Его смерть стала настоящей трагедией для всего народа. Многое было сделано этим человеком для того, чтобы казнь состоялась. И состоялась таковой, какой она сегодня есть. И память об этом человеке должна передаваться из поколения в поколение. Сегодня кабинет министров принимает соответствующее решение о создании государственного учреждения на базе бывшей квартиры музея, которая будет в следующем году внесен в наш бюджет. Нестору Лакоба шел 43-й год. Он был в расцвете сил и здоровья, окруженный любовью и уважением. Крестьяне Абхазии могли себе позволить называть его просто по имени. К нему обращались с разными просьбами, уверенные, что он обязательно примет, выслушает, рассудит и поможет. В 29 лет он был главой правительства. Фактически на протяжении почти 15 лет руководил страной. Конечно, он один из основателей государства абхазского, и это очень важно. Он сыграл огромную роль в 20-е и 30-е годы. Заслуга его в том, что практически он не провел коллективизацию в жестких формах. Очень много в Абхазии было сделано за этот период. Не было массовых репрессий при нем. Страна была многонациональной. Ряд факторов свидетельствует, что скоропостижная кончина Нестора Лакоба в декабре 1936 года во время пребывания в Тбилиси наступила в результате намеренного отравления. Фактически это было убийство. Уже после гибели Нестора Лакоба за время сталинских репрессий безраздельного господства Сталина и Берия были лишены жизни тысячи граждан Абхазии, цвет абхазской интеллигенции, руководители республики. В их числе соратники Лакоба, одни из самых смелых и стойких защитников своего народа, открыто и безбоязненно отстаивавших независимость и самостоятельность Абхазии, Эфрем Эшба и Николай Кертава, и многие другие верные сыны и дочери своего народа. Однако сокровенные мечты всего абхазского народа сегодня сбылись. Долгожданная победа, свобода, независимость, признание сделали их имена бессмертными на века. Рената Шакая, Беслан Шинджерия, Абхазское телевидение.